Близится Новый год. Время чудес и исполнения желаний. В преддверии праздника представители партии «Единая Россия» преподнесли детям Ленинского округа необычный подарок, организовали площадку для творчества. В первый же день своей работы мастерская Деда Мороза собрала более 600 ребят. Замечательно, ребятам нравится, и мы вот наблюдаем, что в течение дня приходят с родителями, садятся за стол и уходят довольные и награжденные. Каждый ребенок, который своими руками создал уникальный новогодний подарок, получает сертификат, поздравительную открытку от Деда Мороза и памятный значок. Творческая мастерская расположилась в одном из торговых центров города Видное. Детям было предложено сделать подарки своими руками. Новогодние сюрпризы для родных и друзей. Помогали ребятам педагоги дополнительного образования. Лепили символ будущего 2023 года, создавали елочные игрушки и снежинки в технике квиллинг. Я слепила зайчика, и еще я дом слепил, и мама очень сильно обрадовалась, и она сказала: «Молодец». Искренняя детская радость – главная цель мастерской Деда Мороза. В процессе изготовления новогодних подделок ребята делились планами на праздничные каникулы и рассказывали о своих мечтах. А пока девчонки и мальчишки занимались творчеством, родители имели возможность обратиться к представителям «Единой России», чтобы задать интересующие житейские вопросы. В эти выходные мастер-классы повторятся, изменится только локация. Педагоги ждут всех желающих в общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу Школьная, 17. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.